Я пил, да, 12 лет я изо дня в день пил. Ну, там, 3 года я так считаю, плюс-минус, да. Там. Ну, пускай будет ровно 12 изо дня в день. То есть, вот я засыпал, как бы, тогда не пил, просыпался и опять. И вот когда меня, как сестра говорила, везли, как бы я уже, ну, разрезанный был, как бы. И вот я вышел из себя, в общем, и полетел. Ну, вижу себя, как бы, да, как я лежу. И вот я мысленно как бы из тела вылетел, и вижу на себя, ну как-то вот я вверх головой, да, лечу, я вот мысленно как бы слышу Божий голос, и как-то вот, знаете, я с ним общался мысленно как бы, да, что «Господи, почему так?» Да, он как сказал, что прежде до вашего прошения я знаю, да. И вот я только стал мыслить, что «Господи, ну как, вроде же и все». Ну, неправильно, как бы ты поступил-то со мной, да? Говорю, я же верующий был, и, ну, жена у меня, и только женился, и дети, как быть-то так? И он, знаешь, он сказал так, говорит, сын мой, ты сам довел себя до такого. Ну, я понятно, что я там уже больше и не задашь вопросы, что уже вечность перед тобой, да? И вот он прочитал мои мысли, что я хочу к жене, к детям, как бы. Он говорит, иди, сын мой, говорит, рано тебе еще. Мы взывали, молились Богу, славили Бога. Конечно, со слезами на глазах это все были. Но мы все равно верили. И когда еще цыгане приходили, неверующие к нам, и говорили, вы, говорит, с ума сошли. У вас же сын, говорит, умирает. А вы тут танцуете, говорит, Бога прославляете. Говорит, давайте что-то делать другое. Давайте, говорит, может, увезем. Гадалкам каким-нибудь там, чародеям, еще что-то. Но мы вот строго, да, как бы сказали, нет, мы верим в Бога, в Иисуса Христа, что Он поднимет его. Мы верой стояли. И вот мама моя как-то вот ложится спать и помолилась простой молитвой. Господь Иисус Христос, если Ты слышишь нас, если Ты рядом, скажи мне сейчас, будет Андрей жить, нет? А врачи тоже звонили уже, говорили, что в таком ситуации, что он плохо, что он, ну, умирает. И даже кто-то, мы ждали, что, ну, все, что как бы уже месяц это туда-обратно, в реанимацию, переливание крови, все вот такое. И вот мама, да, помолилась такой молитвой, и вот брат звонит во Христе, который говорит, Роза, я, говорит, был в духе сейчас, мне Андрей сказал Бог, что Андрей будет жить. Да, вот мама, конечно, берет трубку именно мамой, и мама плачет, да мы понять ничего не можем, ну, думали, что все, сказали, забирайте, вот, да, но верих Бога, заставляете, говорит, Андрей будет жить, мне Бог сказал, мы тут, слава Богу, да. И буквально, может, неделю, и как бы его выписали. Папа, вот он был 30 килограмм где-то, Андрей. Вот папа его вот так вот занес на руках. Его как бы в туалет водили, и мыли его все в тазике, вот как ребенка мы его были. Слава Богу, да, великий нах Бож. Из 30 килограмм он сейчас 70 килограмм. И вот у него еще двое детей родились. Это Никита и Арон. Ароном меня звали. И наш Илюша. И все вместе мы сейчас славим Бога. Мой папа, мой дядя. И тут все вот в группе «Аллилуйя» это всем даже наши души. Слава Богу! Веруйте в Иисуса Христа и спасетесь вы. И ваш... Без Бога просто невозможно это было все пережить. Аллилуйя!